Салам алейкум рахматуллахи баракатух, дорогие братья. Вот здесь мы в районе Насим. Такая красивая мечеть большая. Амира одной принцессы. Принцесса Фахда называется. Вот. Джамия Амира Фахда. Ну-ка. Амира Фахда Ас-Судейри. Вот. Здесь есть некоторые мечети даже. Вот в одну мы ходили, всегда на Таравих приезжали. Судейри. Вот это тоже здесь какая-то принцесса Судейри Фахда. Ее зовут Амира. И вот. Ну, красивая мечеть. Машалла. Все-таки в Саудовской Аравии мечети делают просторные, хорошие, красивые. Смотрите. О, какой финик лежит. Ой, какой красавец. Ну, уже его кто-то, уже птицы уже поклевали. Птицы клюют. Большой финик. А, птички поклевали. Это напротив, напротив госпиталя. Ага. Напротив какого? Что за госпиталь там? Давайте посмотрим. Ну-ка. А, смотрите, Мусташфа Аль-Виляда. Называется Мусташфа Аль-Виляда. Материни and Children Hospital. Ну, вот здесь роддом, так сказать. Да, машалла, машалла, смотрите. Красота. Масджид Фахда. А там написано джамия. Джамия — это значит, разница есть. Есть мечеть, а есть джамия. Джамия — это большая мечеть, где проводится джума. Потому что есть небольшие мечети, в них джума не проводится. То есть все идут в большой вот джамия. Понятно, да? Вот это джамия. Главная, центральная мечеть называется. Этого района, например. Да? Ну, красота какая, а? У нее какой-то особый декор. Я не знаю, с чем это связано, но надо почитать, кто это была Амира. У нее почему-то все плиткой, смотрите, все выложили. И такой стиль какой-то. Я не знаю, что это за стиль. Марокканский, не марокканский, что это такое? Ну вот, надо почитать про эту Амиру. Кто это такая была? Здесь, походу, есть уроки. Тахфиз Куран, скорее всего, есть здесь. Джамия Амира Фахда. А? Здесь тапочки. Для тахарата. Издалека сделаем обзор. Вот здесь райхан растет. Везде райхан растет, смотрите. Вот райхан. Я его беру, что делаю? Я его беру веточки, отламываю веточки у райхана. Покупаешь, например, там, как его, 7-Up или миринду с лимоном. И туда эти веточки опускаешь, минут 5 стоят. И у тебя получается такой вкусный напиток, как вот, знаете, тархун. Я такой лайфхак в Узбекистане попробовал. Они туда добавляют в миринду или в 7-Up, вот тоже свой тархун. И вот этот напиток получается вкусный. Ну и я его тоже здесь начал также практиковать. И в целом мне понравилось. Посмотрите, мечеть какая красивая, большая. А? Вот это вот мечеть Амиры. Надо просто узнать, кто она такая, кто она была. И все. Раз в ее честь, да, в ее, ну не в честь ее, а сказать просто ее именем назвали вот эту мечеть. А вот и финики, смотрите, какие большие. Вай-в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 ай. Вот эти я люблю финики. Их поставишь еще в холодильник. Вот они, когда вот свежие, вот такие хрустящие, как яблоко прям. В холодильнике они, утром просыпаешься и прям начинаешь их хрустеть. На голодный желудок хрустишь прям. Хруст, 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 хруст. Ой, это вкуснятина. Вай-вай-вай-вай-вай. А?
Братлар, даже декор у него, смотрите, вот эти вверх. Это вот раньше такой был декор. В старину. И он так и остался, этот декор. Во многих домах, вот особенно в Медине, можно заметить вот такие прям на домах, вот такие вот, вот видите, кирпичиками выложены такие пирамидки. Вот это вот мечеть называется Джамия Фахда. Конечно, здесь надо все, ну, чистоту все-таки соблюдать надо. Всегда порядок вести, приводить все. Следить за порядком. Вот это покосился. Вот это вот доска. Мусалля Ниса называется. Вот Даурату Мия. Место моления для женщин и тахаратная. Вот здесь паркинг. Можно машину здесь поставить. Что-то сегодня облака. Походу опять будет дождь. Уже несколько дней дождь идет. Несколько дней идет дождь. Смотрите, какая глубокая мечеть, а? В глубину. А? Красота! Красота! Милость Аллаха. А там что? Что за этот? Идар написано. Шарика. Таваиф. Эль Худжадж Ад-Дахль. Худжадж Ад-Дахль. Обслуживают худжадж, паломников, которые в этой стране находятся. То есть здесь есть худжадж Хорич. Худжадж Хорич, что такое? Это вот мы, наши страны, да? Худжадж Хорич называется. Которые приезжают извне. А есть худжадж Дахль. Это уже, например, вот страны местные уже здесь, внутренние паломники из своих районов, районов, регионов, нам, например, с Рияда идут, Джизан, там Табук, там еще другие регионы. Худжадж Дахль. Вот так, братья, мечеть красивошная. Машалла, машалла, машалла. Вот такой вот небольшой обзор местной достопримечательности. Мечеть, тем более, это же мечеть, дом Аллаха. Ванналь масаджида лилляхи. Фалята друма Аллахи ахадай. Поистине, все места поклонения принадлежат только одному лишь Аллаху, и поэтому не надо никому и ничему предавать наряду с Аллахом, субханаху тааля, сотоварищи. Никого и ничего. Ясно, да? То есть никому не поклоняйтесь. Никому не поклоняйтесь и ничему. Ля иляха илляллах. Ля иляха илляллах. Мухаммад расулуллах.